Всем привет, кто смотрит это видео. Хочу показать вам, как делать задачи по расшифровке чеков. В первую очередь, всегда, когда вы открываете новый чек, который вы никогда до этого не делали, обязательно прочитайте инструкцию. Кто не знает английский, можно перевести всю страницу. Правой кнопкой мыши нажимаем на экране, нажимаем «Перевести на русский». Все, вот и перевод. Вот обзор. Что они хотят, процесс. И вот тут все точные пояснения, как, что, откуда писать, в каком формате и все такое. Это обязательно в каждом чеке новом надо изучить. И есть примеры. В примере вообще все предельно ясно. У нас есть чек и есть ответ на этот чек. В данном чеке у нас надо найти количество определенного товара и цену за единицу. Вот у нас тут товар 31.51. Можем проверить, как они берут. Так. 31.51. Вот. Нули не идут в счет, если дают, как бы нули не считаются впереди, которые идут. Вот, последние 4 цифры 31.51. У нас тут товар весовой. То есть ЛБ это типа бананы какие-то куплены или что-то подобное на развес. Когда весовой товар, мы всегда ставим количество 1, неважно какие тут цифры. И стоимость товара, вот она, $2.09. Проверяем. Вот, количество 1, 2.09. Можно другой пример рассмотреть. Вот у нас тут такой код. Я всегда смотрю последние 5 цифр, так легче искать товар. И ищу по шестерке. По последней запоминаю 53.046. По шестерке. Поехали. Вот, 53.046. 0.98 цена у нас. Смотрим, нет ли еще одного. Вот еще один замазанный чуть. Ну тут понятно, что это тот же самый товар. Вот тут четверка смазана. Но можно разобрать, что это два одинаковых номера. Значит, количество 2, цена 0.98. Вот так тут и написано. Количество 20 на 11. Ну вот, приступим к работе. Вот у нас дается СКП. Вот этот номер нам надо искать чеки. Тут два вопроса изначальные. Видим мы или разборчивую информацию. Если мы видим, ставим да, у нас открываются поля для заполнения. Если у нас смазанный конкретно чек, ну тут можно разглядеть, как бы и нужно даже разглядывать. Если вообще невозможно разобрать какие цифры, тогда мы ставим нет. И идем дальше. Если разбираем, ставим «Да», у нас открывается два поля. Во второе поле у нас идет цена. Вот тут пишет прозрачно «Enterprise here». Типа введите стоимость сюда, а здесь количество. Все, вот тут тоже сбоку можно смотреть, если подняли, не видно. Вот тут тот же самый чек. Вот 42.314. Смотрим. Вот он. 42.314. Размазано, но понятно. Смотрим ниже, нет ли еще такого же товара. Нет. Вот 42.314, цена 4.98. Пишем. Обязательно пишем точку, не запятую, потому что запятая идет в ошибку и завалите задачу. Всегда в чеках ставится точка между десятичными. И количество у нас, сколько мы сказали, один тут. Один. Все, крутим дальше. Тут у нас 8-3 девятки. Смотрим девятки в конце. Вот он. 8-3 девятки. 3.47. Количество 1. Будьте внимательны. Лишний раз перепроверьте. После того, как написали, второй раз проверьте, чтобы не было дубликата и цену, что вы записали, и количество. Потому что бывает на автомате не ту цифру какую-то ставишь, и все. Задача улетела. И все, и так у нас в задаче получается 5 чеков. 85.60. 85.60. Вот он. 85.60. Задача на внимательность. Надо очень широко открывать глаза, чтобы рассмотреть номер. 5.24 цена. Смотрим еще внизу. Вот, смотрим. Вот еще один номер. Но тут видно, что чек резанный пополам. Получается, этот
та же бумажка, только обрезанная, получается, это тот же товар, как бы это не два количества. Проверить это можно таким образом. Так, 85-60. Смотрим соседние цифры. 76-712. 76-712. Тут снизу 55-84. 55-84. Значит, это просто одна и та же бумажка, сфотографирована с двух кусков. Поэтому мы не пишем количество 2, а пишем количество 1, потому что это просто обрывки. Так, 85-65-24. Один. Хотя иногда в ответах они допускают и количество 2. То есть, если вы посчитали этот же товар как за второе количество, иногда допускается как правильный ответ. Но лучше всегда сверять по соседям. Если там были разные соседи, значит, это разное как количество другое дополнительное получается. 48-983. Вот он, 48-983. Раз. Нету. Так, 48-983. 3-48. Количество 1. Все, едем дальше. Ставим сразу. Так, я всегда ставлю маркер сразу в цену, потому что когда крутишь вниз, потом, чтобы не крутить роликом вверх, я начинаю печатать, оно сразу поднимает сюда, за счет того, что маркер уже как бы стоит здесь. 42-841. 42-841. Вот он, 42-841. 3,98 цена. Смотрим еще один. Нету. 3,98. Количество 1. Все. Вот и готова задачка. Пишет выполнение недоступно, но мы ставим на рефреш на 5 секунд и продолжаем ловить дальше. До 80 задач этого номера можно сделать вполне. Все, всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте за мои труды. И следите за новостями. Буду выкладывать другие чеки, другие задачи, очень много разных задач. Так что я думаю, что будет вам полезно. Все, всем пока.